Сьогодні спілкування в соцмережах – важлива частина нашого життя. Частіше люди віддають перевагу не живому спілкуванню, а онлайн. Студентка Ірина зізнається, у пабліках витрачає до 6 годин на день. Каже, так втамовує свою жагу до новин. Раніше я сиділа менше, а зараз сиджу більше, плюс додався ще Фейсбук. Тобто, потрібно посидіти в Інстаграмі, посмотреть, що там в Фейсбуці. Хочеться посмотреть і з утра, і вечором, а вдруг щось нове, чи щось змінилось. Ну і чому-то захожу в ВКонтакт, хоча там нічого не міняється. Соцмережі непомітно впливають на мозок людини, кажуть психологи. З кожним повідомленням у людини підсилюється інтерес до соцмереж, і вона сама не помічає, як стає залежною. Получение новой информации у человека выделяются определенные вещества, да, так называемые эндорфины, гормоны удовольствия. То есть, по сути, такая химическая регуляция познавательного процесса. И, разумеется, на это легко подсаживаешься. Потому что быстро и легко получаешь информацию о жизни других людей. Как бы это своеобразный такой информационный наркотик. То есть только возникает ситуация отмены, тут же возрастает тревожность, возрастает агрессивность. Это буквально там 5-7 минут без Инстаграма, там полдня без Фейсбука. Это уже порой там невыносимая ситуация для современного молодого человека со смартфоном. Лікарі радять, щоб зменшити залежність від соцмереж, потрібно змалку долучати дітей до живого спілкування. Корисно влаштовувати і день без гаджету. Для того, щоб уменьшить зависимость от компьютера. Детям нужно взамен гаджетов предлагать какие-то мероприятия, совместное пребывание с родителями, ходить на прогулки, посещать театр, ходить на выставки. Експерти переконані, ще один дієвий спосіб боротьби із залежністю соціальних мереж – заняття спортом. А в 21 веке вообще сейчас очень много кто проводит время сидя, лежа, мало двигаются, естественно, мало общаются. Потому что если раньше проводили время как-то более активно, то и общения, конечно, было больше. Ну, естественно, чем лучше, было бы лучше заниматься самим, да, приводить себя в форму, сделать красивое тело, и чтобы лайкали уже конкретно человека, чем он будет вот просто бездумно и без каких-то целей сидеть лайкать других. Микита Шмалько, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».